первых же дней вхождения России на территорию Южного Кавказа запрещались армянские церкви, закрывались армянские школы, русские царские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали Западную Армению, заключали московские и карские договора. Вот альфа-омега так называемой дружбы армянского и русского народа. Не было никакой дружбы. Нам нужна Армения без армян. Так говорил Лобанов Ростовский в середине 19 века. Вот истинное лицо русско-армянской дружбы. Не было никакой дружбы. Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф об русско-армянской дружбе развенчан раз и навсегда. И отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова: «Прощай, немытая Россия!» Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.